это стрёмно. Всем привет и добро пожаловать на прохождение игры Стражи Галактики. В прошлой серии мы закончили на этом месте, и я просто вышел из игры, не зная, что здесь не было автосохранения, и поэтому счетчик немножко сбился у нас. Мне пришлось заново перепроходить вот до этого места, но в любом случае мы продолжаем. Знаешь что, Квилл, это нечестно. У тебя два ствола, у меня один. Так что пусть мои очки считаются за два. Это жульничество. Ладно, ставь-то потом здесь, Квилл. Сам он на место не встанет. Сюда же не слетятся злые твари со всей округи. Прости, но после того раза я рисковать не хочу. Проверим по-быстрому. О, нет. Я за тобой бегать не буду. Неси ты потом сюда. Ракета! Я включил и сразу выключил. Просто проверить. Ты им это скажи. Зона поражения то, что надо. Как? Это сразу очков 5? Ну хорош! Нельзя так присуждать себе очки! Мне можно! Отряд зеленых. Наш отряд с топотунами закончил. Отлично. Встречаемся у бурового корабля. Я есть Грут. Я не переживаю. Смола прочна. Я есть Грут. Ты не настолько тяжелый. Эта дрянь выдержит даже дредноут Читаури, так что не бойся. Так, вон он, буровой корабль. Вполне безопасно, если это слово применимо к разбившемуся кораблю. Я есть Грут. Не надо называть ее штукой, это нано-смола. Я есть Грут. Грут, пойдем, надо перебраться. Ракета тебя в обиду не даст. Я есть Грут. Вот-вот, я же всегда о тебе забочусь. Она только на вид нестабильная, как и все здесь. Не переживай. Я слышу, как работает твой вид. Смотри, не жульничай, Квилл. Как ты можешь слышать? Смола достаточно прочная. Я говорю, бояться нечего. Видишь, я могу доказать. Во, смотри.
Ракета? Вмять! Прыгайте! Ты же мог погибнуть, вмять! Я есть Крут. И я тебя. Самоотверженный ты наш. Пойдем, Квилл. Идем к буровому кораблю, чтобы он нас не ждал. И все? Мы не пойдем за ним? Он в порядке. Встретимся позже. Отряд ракеты, что у вас? Сигнал Крута пропал. Наверное, рация сломалась. Как ваш деревянный друг? Не деревянный, он живой. Он упал. Я не пойму, ты так язвишь или ты тупой? Конец связи. Вроде бы ответ их устроил, так что можно не переживать из-за этой досадной случайности. Главное, грунт цел, так что порядок. Да и ладно, ты прав. Грунт цел, все в порядке. Вот именно, в порядке. Да, да. Что отвратнее, чем 10 читаури, прибитых к кораблю? Не знаю, что. Один, прибитый к 10 кораблям. Класс. Квилл, я слышу сканер. Только разрушение из-за того, что каким-то гадам не жилось спокойно. Ты несколько упрощаешь. Неважно. Надо было бросить все силы на их мир и уничтожить их. Так и было. Они сдались. Что не меняет моего мнения. Ракета, а мы с тобой неплохой дуэт. До Грута тебе далеко, звездный бог. Не воображай. Руки у меня не такие длинные, зато саундтрек убойный. Это земнючая дрянь, которую ты слушаешь. О! Если этот двигатель вдруг включится, нам как. Черт! Не кстати, тут эта турбина. Нам туда. Они открываются, чтобы пропустить газ, так? Да. Как нам стать газом? Как угодно, лишь бы открыть. Тут технический лаз для дронов. Но у нас нет дрона. Ты можешь туда забраться? Как всегда. Ракета почини, ракета приберись, ракета полезай в дырку. Нашел что? Да, пульт ручного управления. Прием, у нас заминка. Точка была покрыта смолой, так что придется искать другое место. Только смотрите, чтобы оно было как можно ближе к изначальной позиции. Дело в расчетах и углах. Пиу-пиу. Отлично. Еще одна турбина. Ну да, обычно двигатели так и строят. Мять! Кто-то мешает. И... Оп! Это впечатляет. Пойдем. Валим отсюда. Мы снова в деле. До корабля уже недалеко. Вдруг Грут нас опередил? Может быть, если не отвлекся. Надо купить ему поводок. А то увидит что-нибудь блестящее. Бежит, сломя голову. Черт! Это не я, честное слово! Нравится мне!
Ха-ха-ха! Плюс очко! Какая разница, если мы сдохнем? У меня от натуги нарисовались новые мышцы! Твою-то мать! Говорил же! Вовремя! Как мы вообще... Рада тебя видеть, но в твоих интересах перебраться побыстрее. Ситуация явно накаляется. Ты только держи его ровно. Долго не продержу. Эта позиция уязвима. Раз, говна, осторожно. Обломки. Держитесь. Ты скончался, Питер Квин. Да-да-да-да. Их слишком много. Я увожу корабль. Уютно тому, кто видит в темноте. А, я нащупал панель. Да, какие-то провода. Попробуй активировать системы. Сколько это займет? Давай, тензор сочленения. Надо только сдвинуть эту... Так, эта система жизнеобеспечена. Как там обстановка? Великая матерь... Квилл, ты в норме? Да, да, просто... Да, это стрёмно. Что это было? Это рой ботов-уборщиков? Типа... Ботов-уборщиков? Я не знаю. Задел тебя? Извини за это. Мы думали, ты та тварюга, которую мы случайно выпустили. Мы увидели ботов-уборщиков. Случайно. Издалека. Да, мы в порядке. Тварь нас увидела и сбежала, да? Да, всего лишь летучий чудик. Ничего особенного. О, кстати, о чудиках. Спорим, отряд зеленых с трудом припаркует корабль. С меня пока хватит, пари. Да, тут ты прав. Пойдемте к месту встречи. Никто. Это был просто повод пострелять. Эй! Вы там припарковали Милану? Эй! Им надоело слушать твой трёп! Аж мурашки по коже.
Ты о чем сейчас? Я есть Грут. У Квилла хватит мозгов завести нас в западню. Но не бойся, никто же не знает, что мы здесь. Для чего нужен буровой корабль? Для бурения, прикинь. Чтобы добывать ресурсы. Тут есть порода. Так, вот, место встречи вон там. Но нужно как-то обойти завал. Я поищу проход. Я есть Грут. Да чего тут страшного? Просто корабль. Я есть Грут. Ну, темно, да. Я ладно, есть... не буду спорить. Красота-то какая! Я есть. Просто стол? Это винтажный инженерный верстак модели Т. Таких уже не делают. Давай проверим, Квилл. Вдруг он еще работает. Может, починю твое барахло? Дай-ка сюда эту штуку. Технический наворот. Одна штука. Свежачок. Вот, держи. Да, тут можно пройти, если убрать этот мусор. Как ты сумел сюда пробраться? Верхом на чем? Я есть Грут. Что? Ты обломок оседлал? Я есть Грут. Да чего же упрямая дрянь. Я тебе поставил быструю перезарядку. Используй ее. Слушай, Грут, ты ни на кого не нарвался по пути к кораблю? А то я переживал. О, да, попал. Ладно, выбираемся отсюда. Ты первый. Нет, ты первый. А я прикрою. Немножко шатается. Вы подождите. Сколько тут этих уродов! Эй! Я тут не один! Открывайся сам! Мы идем в обход! Ну, зашибись! Вот что называется «Рожа просит кирпича»! Ракета, вы такое пропустили! Нереальный кайф! Прием! Наконец-то! Вас было не слышно. Что-то на этом корабле создает помехи. Да, тут что-то не то творится. Аквил опять упал в дыру. Вот молодец. Я паркую Милану. Дракс пошел искать вас. Может, вы найдете Квилла раньше нас. Мы его ищем. Мы же договорились, что будем прикрывать друг друга. Она мне не друг. Ищу тебя, Питер Квилл. Опиши, что ты видишь. Так, сейчас я опишу. Но у нас есть очко способностей. Звездный лорд взлетает на своих реактивных ботинках на тактически выгодную высоту, чтобы отдать приказы другим стражам или атаковать противников. Старый металл, старое оборудование, все старое. Учту. Удачно сходил? Я не полагаюсь на удачу. Питер, подай голос, чтобы он понял, где ты. Дракс! Дракс!
Эй! Сначала рацию выруби, а потом дери свою глотку! А ракета знает, что это такое? Питер Квилл, я вижу старое оборудование, но не вижу тебя. Да тут везде старое оборудование. Задача усложняется. Еще одна жуткая тварь! Жуткая? Убей! Читаешь мои мысли? Стреляю, а ей хоть бы хны! Не дохнет, зараза! Ей усерднее! Усерднее уже некуда! Наш билет наверх. Ну, вроде. Ну, возможно. Придумай что-нибудь еще. У кого-нибудь есть идеи? Не пользуешься визором, отдай мне. Давай, Гамора, твой выход. Смотрите и учитесь. У нас множество проблем. Дракс, поднимешь этот контейнер? Узрите мощь кротокеанского воина! Передвинешь его? Я понял. Спасибо, но мимо. Я сделал, как велено. И все спешат ослушаться приказа. Так я плохая, потому что служила Таносу или потому что предала его? Оба поступка дурны. Ракета! Не сейчас!
Ракета! Возможно, он нашел монстра. Мы не знаем, как он выглядит. Наводка очень туманная. Не туманная, а скомканная. Наверняка это такое милое... Кошмарное чудовище. Леди Хеллбендер славный воин. Монстр должен отражать ее силу. Я и говорю, что-то жуткое. Не согласен. Сила очаровывает. Камария и ее мать Хомат были сильны, как никто другой. Мы бы поладили. Исключено. Само имя Хеллбендер говорит, что Гамора права. Это что-то жуткое. Кошмарное. Хищник высшего порядка. Ощеренная пасть. Зубов больше, чем у всех нас. Крылья, как у летучей мыши. Плюется ядом или кислотой. Или кислотным ядом. Надеюсь, так и будет. Я жажду истинной схватки. Мне вспоминается случай, когда у меня сбежала хомячиха, и я гонялся за ней по всему подвалу. А, это был грозный зверь? Да, кусалась, будь здоров. У вас были питомцы? У меня был глаз в банке. Он не моргал, ведь век не было. Но, думаю, ему хотелось. Спросим лучше у Дракса. Я бы обсудил глаз. Их была пара. Второй у моей сестры. Ах, ну, хватит. Следует отчетливое ощущение. Мы зовем его взглядом тени. И правда, у меня было чувство, что за мной следят. Может, это наша добыча? Так пусть покажется. Монстр подался именно на этот корабль. За пропитанием. Может, тут еще ощущается вибрация двигателей? Или он добывает пропитание из утечек. Радиация объяснила бы проблемы со связью. Может, он рыщет здесь в поисках пропитания. Ты голодный? Да. Ракета! Беги, беги, беги! Ракета! У нас гости! Это от последнего топотуна? Мы его даже не поставили! Тут полны полно чудовищ! Если не кормится монстром, тоже не понятно! Главное, чтобы они не покормились нами! Перегруппировка! Точно! Иначе никак! Мяк, мяк, мяк! Мы перебудили весь корабль! И в поражении есть благородство! Держись там! Они словно повсюду смеются над нами. И все же мы не отступим. Никто не хочет сдаваться, но должен сказать, страшно вмять его, Квилл. Ну ладно, ладно. Что вы, мы же давно в этом деле. Фишка вот в чем. Если будем нарываться, так при первой же промашке огребем. Кто со мной? Почему? Лучше, чем гантели тягать!
сюда монстра! Жар битвы распалил мои чресла! Лучше промолчал. Идем, последняя точка там. Это точно? Я способен чутко улавливать даже малейшие колебания. Правда? Нет, я ориентируюсь по дисплею. Милано должен быть сразу за этой дверью. Раньше она была открыта. Почему сразу я виноват? Она либо захлопнула за собой дверь. Что-что? Вроде она еще работает. Давай, ракета. Смотри, учись! Ты просто волшебник. Технологии подхвостов, сверлящих дырки в гигантских камнях. Надо сказать, припарковалась ты идеально. Танос не терпел несовершенства. А вот Квилл не парится. На фоне нашего Милана, на фоне нашего корабля будем заканчивать третью серию. Всем спасибо за внимание, всем пока. We are Venom.